дошкільних яблуків. Затрати по обеспечению продуктами питания дошкольных учреждений, которые функционировали в ноябре месяце, составили 1 139 700 000 лир. В ноябре текущего года, за январь-ноябрь текущего года стоимость питания одного ребенка в среднем сложилась в сумме 12,58 лир. При сравнительном анализе розничных цен с ноябрем 2010 года установлено, что цены на продукты питания, такие как мясо говяжье, окорочка, масло растительное, масло сливочное, возросли. Увеличились цены также на отдельно молочную продукцию свинины, в среднем на 5,9%. Возросли цены на яблоки. В то же время снизились цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на некоторые виды круп в среднем на 9,6% и на овощи в среднем на 25%. Анализируя выполнение договорных условий поставщиками продуктов питания для дошкольных учреждений управления образования, следует отметить, что они выполнялись согласно заявкам. Ценовые оферты соблюдались по всем поставляемым продовольственным товарам. Выборочной проверкой составления меню требований в дошкольных учреждениях 2, 4, 10, 12, 16, 19, 20, 27, 29, 30, 35 и 46 установлено, что в рацион питания детей в ноябре месяце были включены мясо и мясопродукты 4 раза в неделю, творог 2 раза в неделю, масло сливочное ежедневно, масло растительное ежедневно, молоко ежедневно, рыба 1 раз в неделю, крупы ежедневно, овощные изделия ежедневно, картофель ежедневно, овощи, крупы ежедневно, соки, чай, компот ежедневно, печенье, вафли 3 раза в неделю, сахар ежедневно, яйцо 2 раза в неделю.